Здравствуйте, ребята! Я рада нашей новой встрече. Математика – королева наук. Без нее не летят корабли. Даже хлеба не купишь, тенге не сочтешь, что почем не узнаешь, а узнав, не поймешь. Тема нашего урока – счет в прямом и обратном порядке. Сегодня мы будем считать от 1 до 10 в прямом и обратном порядке. А еще продолжим соотносить количество предметов с числом. Чтобы все сосчитать, нужна тренировка, математическая сноровка. Все расселись по местам, никому не тесно. По секрету скажу вам, будет интересно. Будем мы считать, писать и решать задачи, чтоб сегодня, как всегда, в руки шла удача. Повторим материал, закрепим умение, чтобы каждый мог сказать: «Это все умею я». Из разных цифр сложили бусы, а в тех кружках, где чисел нет, расставьте минусы и плюсы, чтобы данный дать ответ. 5, 4, 1 равно 10. Плюс, плюс. 7, 3, 6 равно 10. Минус, плюс. 9, 8, 9 равно 10. Минус, плюс. 6, 4, 8 равно 10. Минус, плюс. Вспомните, что такое десяток. 8, 2, 4, 10. Минус, плюс. 9, 4, 5, 10. Минус и плюс. Вот задача для ребят. Как нам сосчитать десяток? 1, 2, 3, а за ними, посмотри, идут 4, 5, 6. Их надо нам быстрее счесть. Дальше будет 7 и 8. К ним и 9 мы подбросим. Единицу лишь прибавим и десяток вмиг составим. Назовите числа в порядке возрастания. А теперь назовите числа в порядке убывания. В каком порядке расположены числа? Правильно, в прямом и обратном порядке. Наши современные цифры пришли к нам из Индии через арабские страны. Поэтому их называют арабскими. Цифрами называются все 10 знаков для записи чисел, которыми мы пользуемся. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Современное слово «ноль» появилось гораздо позже, чем цифра. Оно происходит от латинского слова «нулла» – «никакая». Пришло время поработать с учебником. Страница 38. Разложите карточки с цифрами в прямом и обратном порядке. Назовите их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вставьте пропущенные числа. Определите последовательность в натуральном ряду. Какие числа пропущены? 2, 4, 6, 7 и 9. Молодцы! Назовите число, стоящее между 5 и 7.
6. Назовите соседей числа 3. 2 и 4. Назовите число, следующее после 8. 9. Назовите число, предшествующее 5. 4. Правильно, молодцы. Ну а теперь давайте сравним. Разность чисел 10 и 5 больше разности чисел 10 и 6. Разность чисел 10 и 9 меньше суммы чисел 8 и 2. Сумма чисел 5 и 5 больше суммы чисел 5 и 4. Разность чисел 7 и 2 равна сумме чисел 0 и 5. Сверху вниз по лестнице шагаем, дружно все считаем. Поднимитесь и спуститесь по лестнице по возрастанию и убыванию. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы! Вспомним сказку «Грибок-теремок». Кто был первым, а вторым? Кто спрятался первым под грибочек? Правильно, муравей. Кто спрятался вторым? Бабочка. Кто спрятался третьим? Мышка. Четвертым кто спрятался? Воробей. А пятым кто спрятался под грибок? Зайчишка. Сколько их всего спряталось под грибок? Правильно, 5. Помогите лягушке. Напишите пропущенные числа на листьях кувшинки. Ребята, давайте вместе учиться считать. Посчитайте до 10, начиная с 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Посчитайте до 1, начиная с 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Посчитайте числа до 10, начиная с 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соотнесите количество предметов с числом. 1, 2, 6, 4, 9. 3, 5, 7, 10. 8. У всех все получилось? Отлично! У нас все первоклассники блестящие математики. Вот и кончился урок. Снова прозвенел звонок. Отдыхать мы можем смело, а потом опять за дело. Наш урок подошел к концу. Не забудьте отметить свои успехи на шкале трудностей. Я уверена, что на уроке всем было интересно и понятно. До свидания, до новых встреч!